В целях восстановления рынка труда правительством Российской Федерации принято решение организовать во всех субъектах страны ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Она пройдет в два этапа – региональный и федеральный. В Карачаево-Черкесии в ярмарке вакансий примут участие около 25 крупных предприятий республики, а также 14 образовательных организаций. Помимо безработных граждан, ярмарку посетят более 1000 человек из числа студентов и выпускников образовательных учреждений, участники СВО и члены их семей, граждане с ограниченными возможностями здоровья. Посетителям ярмарки будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, а также мероприятия по профессиональной ориентации. Региональный этап состоится 5 апреля. Ярмарку мы представляем как широкомасштабное такое мероприятие, в котором будет работать у нас, функционировать 10 зон. Вот. Ну, основная зона – это работа с гражданами, с посетителями, где граждане будут иметь возможность пообщаться непосредственно с работодателями. Также у нас будет зона, значит, лекционная площадка, зона работы психолога, где психолог будет оказывать профориентационные услуги, консультации будет оказывать. Лекционная площадка будет направлена на то, чтобы информировать именно несовершеннолетних выпускников, именно куда поступать. И там мы планируем вообще провести и рассказать о том, что какой сделать анализ, какие у нас на сегодняшний день вообще существуют предприятия, востребованы какие специальности. Будет дан анализ заработных плат. Вот. И параллельно с этим они познакомятся с учебными заведениями.